Следующий вывод из этого хадиса, не вывод, а замечание, связанное с этим хадисом. Этот хадис, он отличается от другого хадиса. Есть хадис, в котором сообщается, мы будем, иншаллах, говорить об этом хадисе, что пророк, алейхиссалату вассалям, один из намазов, из последних своих намазов, да, что пророк, алейхиссалату вассалям, он совершал его сидя, а Абу Бакр совершал его стоя возле пророка, алейхиссалату вассалям. И Абу Бакр, он руководствовался намазом пророка, алейхиссалату вассалям. То есть пророк был имам, Абу Бакр совершал, стоя возле пророка, алейхиссалату вассалям, за пророком его намаз. Абу Бакр при этом стоял, хорошо, а люди, они руководствовались уже намазом кого? Абу Бакра, рабби Аллаху Тара. То есть, получается, в той истории, они, хоть пророк, алейхиссалату вассалям, сидя совершал намаз, люди, что? Стояли. А здесь мы видим, что они сидели. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал им сидеть. Как объединить эти два хадиса? Как совместить их? И уляма разъясняют, совмещают эти два хадиса и говорят, что в истории, где пророк, алейхиссалату вассалям, сидел, Абу Бакр стоял, и люди тоже совершали намаз стоя. Там пророк, алейхиссалату вассалям, он вошел в намаз позже, когда люди уже совершали намаз за Абу Бакром, и люди начали намаз стоя. А здесь как? В этой истории, которая в этом хадисе, пророк, алейхиссалату вассалям, он изначально начал намаз в качестве имама, изначально начал его сидя, и они вместе с ним вступили в намаз, вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, не раньше него, хорошо, и совершали намаз сидя. В том хадисе пророк, алейхиссалям, пришел позже, хорошо, и они совершали уже намаз при этом, уже совершали намаз за Абу Бакром, и пророк, алейхиссалям, явившись, он разместился где? Сел возле Абу Бакра, слева от Абу Бакра, ради Аллаху Талян, и уже потом стал пророк, алейхиссалату вассалям, имамом, когда сел возле Абу Бакра слева. Хорошо? Абу Бакр стал руководствоваться намазом пророка, алейхиссалату вассалям, а люди руководствовались намазом Абу Бакра. То есть, по сути, они что, руководствовались как бы намазом Абу Бакра, ради Аллаху Талян. Хорошо? Почему? Потому что Абу Бакр, он изначально, он был имамом, и он, когда вошел в намаз, начал его как стоя и продолжал его совершать стоя. И люди тоже поэтому, что закончили намаз так, как начали. Начали его стоя и закончили его стоя. Вот это вот объединение этих двух хадисов. Есть, конечно, другие мнения. Есть мнение некоторых ученых, что поскольку это случилось уже непосредственно перед смертью пророка, алейхиссалату вассалям, значит, они говорят, это аннулировало то, что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал раньше. То есть, если имам сидит, и пророк Сусам сказал, вы тоже сидите, сидя совершайте намаз, они говорят, это аннулировано, это упразднено вот этим хадисом про то, что пророк Сусам сидел, а Абу Бакр и люди совершали намаз стоя. Говорят про насх. Но мы говорили с вами раньше, если вы помните о правиле, что когда мы говорим о насхе, когда мы говорим о аннулировании, упразднении, когда невозможно сделать что? Джама, когда невозможно совместить. Если возможно совместить, ведь разница, она что? Очевидна здесь. Тут пророк, алейхиссалям, изначально был имамом, с самого начала начал намаз сидя, и поэтому люди, что должны были тоже совершать намаз, сидя. Там не так. Там они начали за Абу Бакром, совершали намаз за Абу Бакром. Начал он стоя. Хорошо? Потом только явился пророк, алейхиссалату вассалям, и они продолжили совершать его стоя за Абу Бакром. خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.